Всем приветик. Вот, как видите, имеем колеса автомобильные. И давайте попробуем наши диски сделать более эстетичные, красивее, покрасить и устранить коррозию, не снимая шин с диска. Итак, наши диски мы механическим способом сколько возможно почистили. А теперь будем наносить на наши диски прообразователь ржавчины с добавкой цинка. Итак, 20 минут прошло, как мы нанесли прообразователь ржавчины. А теперь берем кисточку и втираем прообразователь в металл, для того, чтобы он был бы эффективней. После того, как мы втерли прообразователь, прошло 3 часа. Теперь необходимо немножко наши диски обрызгать водичкой. Также для того, чтобы был бы больший эффект от нашего прообразователя ржавчины. Дальше, значит, что делаем? Берем вот такую бумагу, обыкновенную, только немножко должна быть потолще. Можно бумагу такую и не пользоваться, если есть игровые карты. Но бумага бесплатная, а карты надо все-таки купить. А мы будем использовать просто бумагу.
Вау, какая красота! Я считаю, неплохо получилось нам покрасить, сделать эстетичный вид нашим дискам, не снимая шин с дисков. Вот и все, наши колесики красивые, подготовлены к эксплуатации, и можно кататься дальше. Всем спасибо за внимание, всем пока!